Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть Anno 1800, и в предыдущем эпизоде мы начали успешные боевые действия против Леди Маргарет. С тем противником, с которым у нас разразилась война. Тут у нас какой-то багнутый квест, потому что нам до сюда просто не добраться. Не хватает рабочей силы. Это беда, конечно, то есть квест мы не выполним. Придется отказываться. Так, тогда вот эти линкоры пойдут на помощь нашему флоту, который готовится к атаке. У нас уже линкоры приготовились. Хорошо. 8 штук, да? 8 штук вот против этого главного острова Леди Маргарет. Так, я запутался. Вышел из-под контроля. Вот он остров-то, нужный нам. Продолжаются у нас пожары. Так, у нас там пожарка там. Задействовать. Ну и в целом доход отрицательный, потому что у нас очень много линкоров. Вот. Сейчас я загружу доски. Доски плюс кирпичи вот сюда на клиппер, чтобы восстановить производство перца. Так, балки. И пушки тоже пригодятся. К новым берегам. Вот сюда нужно идти. Далее, значит, наверное, подожду вот этих ребят, да? Вот. По ветру, в принципе, плывут, так что доберутся очень скоро, и мы нападем на главный остров Леди Маргарет. Я могу не сдерживаться. Грядет очень серьезная битва, потому что у них тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пушек, восемь пушек. Да, будет прикольно. Будет очень жарко, я бы сказал. Ладно, посмотрим, посмотрим. Так, сейчас пока что экономикой занимаюсь. Надо бы, наверное, еще... В новом свете пока что построить производство. Не можете вынести страданий своих людей? Это не то. Короче, построить производство рома. Да. Чтобы уровень счастья повысить. Может быть, мы даже будем доход получать с этого острова уже потихонечку. Чтобы сделать ром, нужно дерево рубить и сахар выращивать. Так, у нас дерево в достатке. Отлично. Сахарный тростник, значит. Сейчас у нас пойдет. Тут очень много полей, как для пшеницы, в принципе. Не хватает рабочей силы. Нормально. Так, не хватает. Тут же не хватает, да? Ну, в принципе, да. Оно и ясно. Так, теперь хватает. Все, пока что две штуки поставим, потому что нам еще надо будет ром тащить старый свет чуть позже. И дорогу вот сюда мы подведем. Нет, тут не получается. Да, как-то криво выходит. Ну, а пусть будет так. В принципе, норм. Можно было сюда, но все равно склад будет отдельный, так что без разницы. Так, а что у нас тут не хватает-то дерева, что ли? А, у нас... Вот королевская печать. Кончились деньги. Ну все, хотя бы сахар будет добываться. Дальше нужно тогда фабрику рома, но 2500 нужно накопить. С квестом нас обломили, так что придется ждать. Либо какой-то еще квест брать. Так, у нас ребята дошли. Так, слушай, они почти доплыли. Ух ты. Координаты приняты. Сейчас у нас прям битва будет. Уже... Я думаю, что мы будем до конца биться, то есть я не буду отступать. Не буду отступать. Просто все пушки мы уничтожим, несмотря на потери. Потому что после этой битвы мне особо флот такой-то и не нужен будет, потому что Леди Маргарет у нас слегка тут потрепалась, и у нее осталось вот 4 острова. Причем они вот побочные уже, эти острова. Так что посмотрим. Далее, значит, шхуна одна свободна, клиппер у нас пришел. Сейчас займемся. Пришла нас сначала экономикой заняться, потому что... Так, 2800, блин. Ром-то я успею поставить. На остров вашего соперника напали. Не успею. Ладно, ждем. Ну и, в принципе, рынок тут ставить сейчас. Ну, давайте поставим, пока хотя бы доски будут копиться. Корабль атакован. Да-да-да-да. У нас целый флот, так что не страшно, даже если атакован.
Сейчас, значит, по-быстрому пройдем дорогу. Так, и вот сюда. На склад хватает? Хотя бы пока так. Вот. Надо бы еще сахарный тростник... А, нет, перец выращивать тут. Ну ладно, перец потом. А займемся им попозже. Давайте начнем войну. С наслаждением. Принято. Корабль атакован. Так, нормально. Подходим, подходим потихонечку. Хватает рабочих сил. Не стесняемся. Не буду никого отводить. По-моему, они мажут. В основном там. Большинство кораблей, в принципе, еще живо, так что думаю, все будет хорошо у нас с этим боем-то. Конечно, наши тоже мрут как мухи, но ничего не поделать. Война такая война. Осталось 7 линкоров, да? Да, достает. Все, еще парочка пушек осталось и порт. Последняя пушка дальнобойная. Так, еще тут что-то пушка какая-то есть. Нет, вроде бы. Нормально. Так, мне еще надо фрегат построить, чтобы отправить в Старый Свет. У нас линкор. Так, фрегат, фрегат. Вот фрегат. Какая, а? Так, это можно, в принципе, все-таки спасти корабль. Я тоже можно пробовать спасти. И похоже, это конец войны нашей. Боевой дух уменьшается потихонечку. Так, что еще осталось-то у них? Всякие оборонительные постройки, типа ремонта. Канцелярия. Завоевать. Дело сделано. Пора отдохнуть. Отлично. Ну что, здорово. Что у нас там по итогам-то? По итогам у нее три острова. Будет никакой пользы. Три острова, и на них, наверное, уже ничего нет, да? Спасибо-то. Простить такое предательство будет тяжело. Может даже дальше пойти, в принципе. Дальше захватывать острова.
Удар нанес городу ущерб. Да, ну или починиться сходить, в принципе. Порт, Шикас, починимся, сходим. Починимся и добьем потом. Так, где там пожар-то нанес ущерб? Покажите мне, в новом свете. Ваш соперник защитил свой остров. Ну, сейчас придется мне где-то брать квесты, потому что доход никакой. Все еще в минусе. Так, пойду-ка я попробую продам фрегат этому чувачку. Может, возьмет. А то денег вообще нет. Это печально. Так, пожар-то где у нас нанес ущерб? Предупреждение, уведомление. Вы заслужили благодарность королеву. Так, отлично. Дает вам долг, сэр Арчибальд, да? Прикольно. Ну, это не дело, конечно. Как ему долг вернуть, интересно? Мне нужно еще один фрегат отправить в старый, в новый свет. Еще пробуем продать. Фрегат скоро построится. Ну и пока у нас деньги есть, надо строить. Так, у нас план в чем? Заполнен, босс. Полминуты, тут у нас тоже полминуты, то есть она две. Вот так вот. Ну чё, старик, капитан, покупаешь, нет? Только не говорите, что я пропустил. 50 тысяч. Если вам нужна помощь, я всегда готов протянуть вам руку. Вернуть долг я не вижу как. Просто не вижу. Ладно, пусть у него будет линкор. Всё равно я вам не верю. Нормально. Что-то надо с доходом делать. И восстанавливаем мы производство перца. Да блин. Так, надо отсюда начинать. И вот до сюда. Все. Так, склад надо поставить. Это ратуша. Тут где-то склад. И возобновим тогда маршрут по перцу. Шхуна у нас есть. Клиппер только. А нет, вот шхуна каракатица есть. Почему? Она не отображалась там. Так. Каракатицу ставим. Все, пошло дело. Я надеюсь, хватит мне там жителей, чтобы работать на ферме там. А, боже, я тут вообще фермеров не построил, да? Тогда не хватит, конечно. Ну все, сейчас-то, надеюсь, уже не отвоюют мне этот остров. С таким-то флотом. Меня все просто должны бояться уже. Я думаю, даже можно побольше линкоров продать, если что. Раз нам такой флот не нужен. Так, фрегат мы отправляем в новый свет. Второй по счету подтвердить. Так, новый свет. Корабль найти непросто. Но у нас все хорошо пока. Никто не атакует. Так, клиппер. Ну, в принципе, клипперы попродавать. Нафига они тут нужны? Хотя клиппер, а скорее всего, я как раз пошлю ром таскать в новый свет, да? Так, что у нас начало производиться тоже? Да, на складах начал появляться. Я мог бы рассказать о том, что раньше было лучше. Церкви нет. Церкви нет, это плохо. Капелла, точнее, тут у нас не церковь. Поднимем пожар. Так, еще одна шхуна построилась мне, да? Но она уже, в принципе, не нужна. Ладно, что мне тут по врагам-то? Пусть они пока, в принципе, друг с другом воюют. Это вообще не враждебный у нас Артур там. Артур Гаспаров. Надо с ним продолжать налаживать отношения. И я так считаю. Война, она вообще, в принципе, никому не выгодна. Так, и... Надо тогда забрать еще вот этот остров. Тут будет два.
Все, тогда пошли. Вот сюда. Последний бой. Помните, что королева ценит любую помощь. Опять квест предлагает. Ура! Начать сопровождение. Давайте один тогда линкор. Один линкор отдадим на сопровождение. Не заняты. Линкор готов. Я вырезал мужской торс из палисандра. Ну, а хоть торс, а не что-то другое. Нормально они разнесли пачку шхун. Приостанавливаю пока что производство пушек, чтобы заводы не тратили много денег на содержание, и производство стали тоже надо приостановить. Вот, чем там, а с балками-то железными тоже можно, в принципе, приостановить пока. Даже вот, да, можно все приостановить. Это у нас жесткий прям минус. Не знаю, что с ним делать. В принципе... Можно, наверное, поудалять парочку заводов вообще. Пока что. Они там строятся-то вообще. Почем? По долларам. $1000. В принципе, не так уж дорого по деньгам. Наконец я могу не сдерживать. Арест у нас и так копится. Сами собой, так что. Сделаем вот таким вот образом. Будет норм. И продолжаю я строить дома. Деревня. Это что? А, это вот этот город. Так, деревня — это значит новые потребности, по-моему, да? Шнапса тут у нас нет, рыбы тоже нет. Так, так, так. Рыбка, рыбка. Ждем приказа. Сильный успех! Выполнили мы квест, наш флот. Спасибо вам за работу. Мы будем бороться любой ценой. Так, это у меня фрегаты пришли. В составе мы двух штук. Небезопасно. В Новый Свет. Нужно эвакуироваться. Нам предстоит эвакуация. Так, ближе к кораблям. Ага. Я вот надеюсь, чем. Все честно. Давайте попробуем. На единичку. Корабль. Сопровождение. Сопровождение. Начнем. Что-то вот эти шхуны потрепанные, боюсь, что их уничтожат. Надеюсь, правок не очень много. Стоит, наверное, сохраниться будет потом, перед квестом. Хотите яблочко? Вытирал своим кружевным платком. Так, доходы очень сильно апнем. Но это угроза опять революции. Давайте-ка не будем выпендриваться, наверное. Плюс 10% всего лишь. Немного. Хотя можно в том... можно, знаете, как сделать? Иногда нужны и плюс 15, тут минус 25% угрозы революции. Вот, будет норм. Счастье плюс 5. Исправили совсем немного. Давайте так. Конечно, вам виднее. Давайте так. Наш флот уже, наверное, подошел. Да, началась война. Пути. Нет, говорю. Тоже в серии немало пушек. Сейчас у нас пять сократится численность флота, что, в принципе, хорошо. Пожар вышел из-под контроля. Да что они с своими пожарами-то? Так, что у нас там? Пожарка одна. Тут недостаточно счастья, наверное, опять для еще одного. Все-таки поставлю еще одну пожарку. Потоплен. Так, у нас корабль потоплен. Нормально. Будьте с нами. Будьте готовы. Пожарку поставлю. То задрали уже. Так, это у нас квест уже начался, да? Еще пойдем.
Ну все, в принципе, осталось только порт увольнуть. Они сами справятся уже без моего контроля. А мы пойдем в новый свет. Игра сохранена. О, автосейв. Прикольно. Так, что сопровождают они? Долго не продержится. Остров захвачен. От этого не будет никакой пользы. Так, ребята, вы пойдете, нет? Простить такое предательство будет тяжело. Начинаем сопровождение. Все, двинулись. Так, сопровождение пошло. Пожар нанес городу ущерб. В принципе, даже можно всех врагов сократить до... Предпочитаю дизайн интерьера. До одного острова, как думаете? От этого придется Алонса еще потрепать чуть-чуть. Может, пиратов грохнуть? Тоже не мешались. Можно, в принципе, да. У меня осталось всего лишь 5 линкоров. Ну-ка, что у нас тут? Еще один линкор, черт знает где. Корабль атакован. Подождите. Тут все серьезно, блин. Что, ребята, у вас случилось? Поможете нам! Рабочая одежда постоянно попадает в механизмы, каждый вечер приходится зашивать прорехи. Вот было бы славно обзаветись парочкой этих новомодных швейных машин. Я лишь винтик. Понятно. В ваших руках. Мы машинки производим, в принципе, уже. Новости есть? Нам, кроме заботы, ничего и не нужно было. Сундук с корабельными инструментами. Место использования кораблей. Ремонт плюс 600. Интересно. Спасибо за поддержку. Ну ладно, пусть будет. Это опять же для одного корабля, да? Так, смотри, производительность плюс 25%. Давайте-ка мы поместим вот этот вот артефакт, так скажем, в профсоюз. Вот сюда вот. Тут у нас базовые нужды удовлетворяются. Шнапс, там одежда. И тому подобное. Так, поставили. Что там еще-то есть интересного? Производительность. Таможня и акцизы, да? А, так это на что-то одно влияет, ведь это я неправильно поставил. Стоп. А, швейные цеха, нормально. Нормально. Тут как раз они есть. Все хорошо. Все по плану. Квест выполнился. Пути. Похоже, что да, выполнился. Черт его знает. Непонятно. Ладно, давайте больницу. Надо больницу ставить дальше и... Вот, спасибо. Завершать уже все эти гребаные квесты. Принято. Мы даже можем, в принципе, еще попробовать колонизировать какой-нибудь остров. Только вот не этот, да? И паровозики гоняют. Ладно, давайте тогда строить. Корабль атакован. КП у нас есть? Где там корабль атакован? Там, конечно, нанес городу ущерб. Слегка не туда заплыл, да? К пиратам пошел. Так, понятно, короче говоря. Погрузка. Кто-то тут тусуется пока что. Я же кого-то послал еще на ремонт. Этот уже отремонтирован, нормально. Ну, этот, наверное, не выживет. Я так полагаю. Чтобы больницу разблокировать, нам нужно что? Корабль потоплен. Так, копало полицейский участок. Тортиль я еще не сделал, да? Ратуша. Я вижу многообещающий набросок. Так, подожди, а где больничка? Где больничка, что-то я не понял. Плантация каучука. Так, ну-ка, у нас в старом свете уже нужен ром или еще не нужен? Что-то я потерялся маленького времени. Немного ром. Да, нужен ром. Не помешай. Нужен ром, не хватает пива. Почему не хватает пива? На остров вашего соперника напали. Да пофиг вообще.
Все вроде как восстановил. Короче, гренадором таскать уже в старый свет. Ваш город стал выглядеть хуже. Для этого мы подрядим клипер какой-нибудь. Вроде тут был один. Так, флагман. Вот ранняя пташка. Ранняя пташка, ром. Что у нас тут ром? 51, да? Надо сейчас подумать, поскольку вообще рома складировать на корабль. Так, маршрутом. Торговый маршрут. Грузим, значит, ром. Хотя нет, не будем мы складировать его. Точнее, не будем останавливать лимит просто. Сколько есть, загрузим. Плюс 50, да, максимум. Да. И, значит, следующий пункт вот тут. Выгружаем. И все. И принять пока что. Ранняя пташка пошла. Счастье будет. Сейчас у нас счастья будет больше у рабочих и, может быть, дохода будет больше. Потом... Так, с больничкой я все-таки не понял чуть-чуть. Мы поможем вам создать нечто лучшее. Еще 8. Так, капелла, надо тортили делать. Игра сохранена. Кукуруза. Итак, поставим сразу же 3. Кукурузные фермы, даже кирпичи тут уже производить, в принципе, тут глина-то тоже есть, и кирпичные дороги ставить. Так, соединение будет вот тут. Хорош. И склад прямо тут. Почти помещается, да, даже? Так вот. Нормально. Далее, значит, что там по плану там? Чек я. Скотоферма нужна. Оставлю. Не помещается вот никак. С наслаждением. Все ведь? Нет, еще одно. Еще одно поле. Вести некуда. Тут у нас минута, значит, для скота. Кукуруза. Тоже минута, то есть один к одному опять. Ну, я тут с запасом строю, как бы, если что. Еще стат поставить, надо умудриться тут. Так вот будет норм. Так, а тут это интересно дальше как. Все, у нас не хватает материалов. Что-то не хватает досок, что ли. Да, смотри, у нас тут появились уже инженеры. Случайно совершенно я этого не планировал. Но в любом случае, подожди, а как они появились, если у меня нет... Нет тут никого, то есть нет новой вкладки даже для инженеров, странно. Модифицировать или это надо их сделать как раз вот. Вроде ремесленники пока что не хотят апаться нигде. Странно, странно. Так, им хватает вообще всего? Пива не хватает. По-прежнему не хватает пива. Зерно есть, хмеля нет. Чё с хмелем? Зато семья со мной. Шнапса не хватает. Сегодня, слава богу. Пожар нанес городу ущерб. Хмеля недостаточно, да? Ну и давайте я, наверное, все-таки построю хоть зоопарк. Для разнообразия, а то что-то заигрался, завоевался. А забыл про эти все развлечения. Вот. 10 тысяч стоит он. Мирия окончен. Так, как лучше поставить так, наверное?
Штук 2 поместилось там. Но у меня животных нет никаких вообще. Надо экспедиции продолжать отправлять. Так, зоологическая. Зоологическая экспедиция. Корабли у нас дофига. Где мои карты? Флагман, правда, не буду отправлять. Балтус, Чомгам. Горизонт чист. Так, в качестве провизии картошка не подходит. Так, а ты вообще на каком острове-то у меня затариваться собрался? Почему так мало всего? Непонятно, непонятно. Так, одежда есть? Я бросил курить. Картошки у меня вообще мне нет, да? Рановато на тот свет. На главном острове там. Что-то у меня вообще плохо все. С наслаждением. Со снабжением, оказывается. Я показываю, что хватает. На самом деле нет. Рыба дофига. То есть он, наверное, очень далеко от этого города, поэтому... Как прикажете? Так показывает. Ладно, сейчас доведем тогда фрегат до нашего города. Станет понятнее, почему так. Ждем приказа. Даже, я думаю, два можно направить, что? Два фрегата в две экспедиции отправим. Будет норм. Так, в новом свете все-таки уже накопились доски у нас. Можно поставить мост. Так, и идем до скотобазы. Всего. Скотина есть, кукуруза есть, и остается только... Что? Тортильи. Их поставить там. Тут, скорее всего, да? Тут на склад отдельный. Пожарку, конечно. Так, пожарка уже есть. Пожарка есть, нормально, значит, все. Досок я уже расширил производство. Тут у меня если две лесопилки. Так, в городе Лаиса не хватает рабочей силы. Ток. Значит, прибавим. Доски пошли. Так, Ром-то пошел. Наконец я могу не сдерживаться. Рома не так много. Готовь снасти. Фрегат, фрегат. Так, ребята, чего вы хотите? Не стану просить о большем. Альпаки сбежали, хозяин, нет? Ну как такое могло случиться? Помогите старику загнать стадо обратно. Por favor. Возьмётесь. Си, си. Да-да. Си-си. Так, окей. На остров вашего соперника напали. Пофигу. Так, альпаков надо искать, блин. Пить эти квасы дурацкие. Так, раз. Ищем бродячую овцу. Я скорее это на ламу я больше похоже. Я так горжусь вами. Пеликан. Привлекательность плюс 30. Прикольно, слушайте, зоопарк. Это надо отвезти. Старый свет. Есть. Так, ну-ка, давайте-ка попробуем. Вот сюда. Так, у флагмана я попал, да? Прямиком. Мы не подведем. Давай в старый свет. Шуруй. С этим альпаком. Альпаком-пеликаном. Вы потеряли бонус влияния. Ну что ж, в этом эпизоде было очень много рутинных задач, типа опять кончается шнапс, нужны новые поля, нужны новые винокурни, ну в таком духе. И я все нафиг повырезал. Но в следующем эпизоде я хочу возобновить экспедиции, уже обычные, а не сюжетные, то есть охота на пиратов, за животными и так далее. Наших соперников мы продолжим щемить, вряд ли я буду их под ноль сносить, это неинтересно, это скучно. Короче говоря, посмотрим. Дело сделано. Следующий эпизод я, скорее всего, начну записывать уже в ночь на понедельник, так что на этом все. Всем удачки, с вами был Антик, ставьте лайки, как обычно, всем пока. Хорошие капитаны, уважаю.